Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу показать вам процесс приготовления зеленых щей. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вот приготовили мы зелень от капусты, зеленые листья. Рубить щи мы будем в деревянной катке. Предварительно мы ее сначала замочили, налили воды, замочили. Она стояла на улице несколько дней, катка. Теперь мы ее запарили. То есть горячей воды налили. Вот смотрите. С веточками можжевельника или укропа. Сегодня вечером вот запарили, а завтра утром начнем рубить щи. Вот мы еще заготовили зелени. Срубили капусту. Заготовкой таких щей занимались наши родители. Теперь занимаемся мы. Такие щи в нашей семье любят все, от мала до велика. Самым нашим любимым блюдом являются зеленые щи из капусты. Но это не простые щи, а зимние щи. То есть это такие особенные щи из верхних зеленых листьев капусты. Такие листья обычно выбрасываются. Они не очень вкусные и слишком жесткие. Но именно из таких листьев и готовятся зеленые зимние щи. Рубка зеленых щей – это довольно-таки трудоемкая работа, и поэтому мы ее делаем вместе с мужем. Это как раньше на Руси готовили такие щи целыми семьями и даже собирались целыми селами и деревнями. И так и называлось. Собирались на капустники. Каждый готовит такие щи по-разному. Я покажу вам тот способ, каким пользуемся мы. Листья зеленые мелко рубятся. Также мы добавляем и белую капусту. Хорошо надо вымыть эти листья. Такие щи хранятся очень долго. Это такая заготовка на зиму, типа современных консервов. Всю зиму можно варить ароматные щи с небольшой кислинкой, добавить мясо, картошку, лук. Давайте приступим. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного всем просмотра. Я еще вам покажу получше, как мы запариваем катку. Вот видите, здесь у нас веточки можжевельника. Вот такая у нас катка. Осталась еще от родителей. Итак, мы начинаем. Моем листья. Вот эти прожилки отрываем. Выбрасываем в одной воде и в другой. Двумя тяпками.
Нелегкая эта работа, да. Мужу досталась тяжелая работа. Пока он меняет воду, другую чистую наливает, мусор выбрасывает. Я тоже порублю. Вот такие тяпочки, смотрите. Две, сразу двумя, чтобы было побыстрее. Можно одной, можно двумя. Вот так. Сейчас мы это все переложим. Будем опять рубить. Зато зимой какие вкусные щи. Добавляем мы здесь еще белой капусты, чтобы не совсем были зеленые. Да, я уже устала. Теперь перекладываем, что нарубили. Первая рубка готова. Все в таз. Все мы переложили. Катка пустая. Теперь будем еще рубить такую же рубку. Потом все тоже перекладываем в деревянную катку. То, что нарубили. Будем солить, добавлять морковь. Солим на глаз. Морковка. Соль. И перемешиваем. Опять добавляем следующую порцию. Много в этот раз нарубили щей. Полная катка. Ведра 4, наверное, в этой катке у нас. А соли ушло. Вот немножко осталось, почти вся пачка. Грамм, да, грамм 900, наверное, осталось. Ой, осталось, извели. Я попробую. Ну, как вкусно. Теперь кладем груз. Камни у нас специально для этого есть. Еще один. Опа. Так мы оставляем дома на сутки, а завтра вынесем в терраску на холод. Так мы заготовили щи на зиму. Завтра вынесем в холодные помещения, и так они у нас будут храниться всю зиму. В банки мы не перекладываем, как некоторые делают, оставляем так на всю зиму. Только убираем вот
камни и гнёт убираем. Щи замёрзнут зимой в катке. Мороженые вкусные. Варишь щи с мороза, объедение. Я покрыла марлей щи. Я не сказала, что мы живем в частном доме, поэтому выносим в холодные помещения, в терраску на зиму. А сейчас они пока стоят дома, квасятся. Вот и все. Такое видео сегодня у нас получилось. Наш способ заготовления зимних зеленых щей. Если кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайки. Кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Всем пока, до новых встреч!